Весело и непринужденно провели время ученики прогимназии в компании с популярным детским писателем Владимиром Борисовым, который посетил Центральную районную библиотеку. Автор множества книг и рассказов поведал ребятам о своей жизни, о том, где черпает вдохновение, и даже дал несколько мастер-классов. Я увидел подтверждение правильности своего пути. В среднем у меня до 1000 выступлений в году, а выступаю лет 30. Вот, увидеть что-то новое, видимо, сложно. Я увидел постоянно интерес к себе самому, человеку, который пишет. Вот это я увидел. Стало быть, я в форме, значит, у меня все получилось. Оспаривать слова Владимира Борисова трудно. Все выступление дети не отводили от него глаз, хотя удержать внимание детской аудитории достаточно сложно. Задавали вопросы, принимали активное участие в дискуссиях. Сам же писатель настолько вошел в образ, что, кажется, забыл о возрасте и находился с ребятами, как говорится, на одной волне. Учил школьников включать воображение и не стесняться проявлять свои эмоции. Было здорово. Я обычно никогда не использовала свое воображение, а после этого раза буду. Некоторые ребятишки отнеслись к встрече с автором очень серьезно, ведь они уже начинают пробовать себя в роли писателей. И общение с Владимиром Борисовым предоставило им возможность узнать много нового и нужного. Я бы хотела стать писательницей, потому что тебя будут все знать. Вот. Только поэтому? Ну, нет, еще потому, что ты приносишь радость не только себе, но и остальным. А по завершению встречи дети выстроились в очередь за книгами Владимира Борисова.